نج مزلا پو بس من خم یه آن رجم فقا اش سف حسج فخور بیرا مرارم خب زم زرتی تو ور مفیش ما خم مم فخر لشوی قوت قو بس من ما خاون نفجم خب زم زرتی تو بیرام چه دچر نمازم چه آو بله قاضی کش حبلی کوب چه مشتی سیو مش نکوب مم فم یه بلغا مشتی می امام و خوشت ازمات نمازم پو بله فیزا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دراجي براتي شوست Позвольте поздравить вас с этими прекрасными двумя праздниками, которые сегодня совместились в один прекрасный день. Это и Эйд-уль-Фитр, и это день Аль-Джума. Конечно же, в истории ислама было, когда наши праведные предшественники совмещали эти два праздника в один день. Рамадан, который мы пропастились, покинул нас. Тот, кто успел набрать благо, вытащить все благо, которое Аллах закладывал в этом месяце, тот преуспел в этом мире и в мире ином. Но хотел бы обратиться к вам с наставлением того, чтобы вы не оставляли те деяния, которыми Рамадан обучал вас. Не оставлять выстаивание тахаджуда, не оставлять посещение пятикратных намазов, не оставлять помощь, оказывание помощи бедным, близким, тем, которые нуждаются в нашей поддержке. Не оставлять закят, не оставлять садака, проявлять всегда терпение. Где бы вы ни были, чтобы вы проявляли всегда терпение, кормить бедных, делать зикры. И самое главное, самое основное, чему нас научил Рамадан, это, конечно же, не оставлять священный Коран. Ибо тот, кто оставляет священный Коран до прихода следующего Рамадана, или же просто оставляет, относясь к Корану беспечно, то ему будет тяжкая жизнь, как говорит Аллах Субхану Тааля в самом Коране. Поэтому читайте Коран, не оставляйте его, заучивайте Коран, учите Корану своих детей, учите Корану своих близких. И до прихода следующего Рамадана, до наступления следующего поста, чтобы вы преуспели, приумножили эти благие деяния в многократном размере. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: от Рамадана к Рамадану, от Джума к Джума, от намаза к намазу Аллах субхану тааля прощает грехи тем рабам, которые действительно выстаивают, выполняют предписания, который заложил Аллах Субхану Тааля и его посланник в этих вещах, и в Рамадане, и в Джума,
и в намазах, и в поклонениях, которыми мы сегодня должны заниматься и которыми мы сегодня должны воплощать в жизнь, а не просто-напросто о них говорить. Поэтому призываю себя в первую очередь затем и вас выполнять все предписания, которыми нас научил Рамадан. И чтобы мы все дожили до следующего Рамадана, как я говорил уже в начале Рамадана, многие и не доживут до следующего Рамадана, и не увидят его. Для многих этот Рамадан будет последним. Но я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы дожили до следующего Рамадана, и чтобы Аллах Субхану Тааля дал нам и возможности, и здоровье, чтобы мы пропастились вот еще один год, чтобы мы продержали пост еще один год, чтобы мы совершили еще немало джума, чтобы мы совершили немало поклонений, и чтобы мы предстали перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля с багажом благих деяний, и чтобы нам вернули наши свитки в правые руки, и чтобы Аллах Субхану Тааля сказал нам: входите сегодня в ваш рай, который вам был обещан без расчета. Акулю каули хаза ва астагфируллах. Намаз ужим, кахалихам, нахишхар, адахах, зидунай захожигам, я ахлихам, я губсахам, я кахам, я гуалях. Мишфадахабзар нахишха зарисагал, мафашху мафам, кахам, коху читых. Хуаджу кошхабля ефанду Дауд Амарби, мишдуа шаригаса. Аузу биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи раббил аламин, вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммад, ва алихи ва сахбихи аджмаин. بسم الله الرحمن الرحيم آمنا رسول بما أنزل إليك والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فلن نقربنا إليك المسيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إذا نسينا ربنا ارحمنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب من قبلنا ربنا تعاملنا ولا تقتلنا النبي وفرنا وفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنتنا على القوم الكافرين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Мазаринам начмазар пагнер, шапхал пилхар зипханер, змуасы шип. Аллах Таалам пая, шхыным, псыешуным, мухомышыным, зашухуманым, лепадыд. Аузу биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Аллахам фазухизуану бусман сабаха. Аллах Таадахум, мазатабу, бусман хамутхагафаша мазу, рамазан мазу, зажар. Ноба миса Аллаху Таалу сабам, дегауха, ноба хитмаху, дегахаши Аллах. Мы должны замазу, дажари, Аллахам, кабиль фуизу, и намазари, кабиль фуизу. Ты садакова, хафтичахари, ахатану, кабиль фуизу, псау на кабиль фуизу, хиду гульды, Аллахам, ты Аллахам, Исмана, Аллахам, Исмана, 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 دسم تحدك في الجوا راش يالله بسوينا قبل دوا تعلم بديت وحنا داخل بيخاخر بيفودو هاريد خبرو يدون ريغي الله تعلم يغسل الله مشهد في الجوا نظم زمازم وفتر خري خطا صدقة خري خطا شي الله فتروف تاخري الله حم قبل فيزو وتقابزو بلدح شاشوخ الله حم فيزو في نزمازر إسابسر بدو في غبدو بسوينا غبدا الله تعلم جريتنا مسلمين سابقهم الله حم يشج فيش الله حم يتنريغ دبسود وزنش زي من نيغاز الله حم يحدو غلطة فيش